Добрый вечер, и как всегда в конце недели подводим итоги. Итоги года мы уже это подведем немного позже, так как сейчас декабрь месяц, заканчивается год, и безусловно мы поговорим о том, что в этом году мы сделали, и о перспективах на 2021 год. Это покажем. Мы активно ведем эту работу по наружному освещению, то, что мы уже начали, о чем говорили, и там, где мы действительно серьезные шаги сделали, выполнены почти все работы в Суворовском это районе. Мы уже подошли к Пересовскому мосту. Сейчас заменили освещение в Газовом это переулке. И я думаю, многие одесситы уже смогли это оценить. Вот. И дальше, так как и говорили, будем это работать по схеме «Вечерняя Одесса». Также хотелось бы вспомнить о безналичной форме расчета, то, о чем это уже заявили, что есть модель достаточно результативная, успешная. И хочу сказать, с чем были вызваны небольшие задержки. То есть мы ждали, пока обновление мобильного додатка это появится уже в общем доступе. Уже обновленный додаток есть, он есть как для пользователей айфонов, так и самсунгов, а также остальных систем, с которыми работают наши гаджеты. Вот. Поэтому все пользователи смартфонов могут уже спокойно скачать себе этот мобильный додаток и пользоваться ним в том числе, как и опцией безналичного фона расчета. Сейчас мы ведем установку самих трекеров, сейчас мы ведем установку валидаторов. В первую очередь мы ставим в вагонах Фонтанского направления, так как и говорили, мы идем последовательно, идем по маршрутам, а дальше это мы будем ставить на всех остальных маршрутах города, но тоже последовательно. Коль мы уже заговорили об электротранспорте и об наружном освещении, хотелось бы также напомнить всем одесситам, что достаточно скоро уже Новый год, и мы тоже к этому готовимся. Мы возобновляем в городе иллюминацию, и атмосферу Нового года мы, безусловно, создадим, несмотря на те ограничения, которые есть. И также хотелось бы отметить, что те наши это парады рождественские, новогодние и на Святого Николая, которые мы делали, это наш это подвижной состав, как и по трамваям, и по троллейбусам в новогодней иллюминации, в этом году тоже все будет. Более того, мы даже немного это подготовим жителям города, несколько это положительных сюрпризов, новинок. Вот. Поэтому уже сейчас мы это работаем по оборудованию это подвижного состава иллюминации, и совсем скоро они это появятся на улицах города. На сегодня, наверное, все. Это, как всегда, видимся через неделю, подводим итоги года и говорим о том, что будем делать дальше.